Всех приветствую, друзья! Сегодня мы сделаем обзор, распаковку модели W26 Plus, распаковку модели HW22, сравнение моделей W26 Plus и модели HW22. И также в конце бонусом я вам покажу разницу между дорогой версией HW22 и удешевленной, недорогой версии HW22, его лайт-версии, можно сказать, копии модели HW22. Да-да, даже такое бывает, хоть и HW22 является репликой Apple Watch, схожей, то на реплику есть еще своя реплика. Но это бонусом, чуть попозже. Две модельки. Очень популярные часы. Моделька W26 Plus. Она появилась еще в 2020 году, где-то в августе месяце. С августа месяца производятся вот эти часики. Но когда они производились в августе, здесь было просто W26. Сейчас до сих пор тоже их производят, но многие уже перешли на W26 Plus. В чем же разница прошлых 26-х и нынешних 26 Plus? Разница состоит в том, то, что в прошлых 26-х не работал Digital Crown, то есть не работало колесико в прошлых 26-х. И там меню работало еще медленнее. Сейчас у меня на руках 26-х нету, потому что они производились в прошлом году. Уже давно как бы у нас нету в продаже. Но я вам сейчас попытаюсь объяснить, показать всю суть. Давайте включим их. В руке у меня W26 Plus. Раньше в обычных W26, когда мы разблокировали, здесь менюшка более-менее нормально работает. Конечно, есть некоторые подлагивания, но это терпимо, потому что в прошлом году, в обычных 26-х, когда мы заходили в меню, здесь были ужасные зависания, они двигались вот так. То есть при такой скорости они реагировали вот таким вот образом. То есть в 26-х меню зависало, и в 26-х не работал Digital Crown. Также многие не знают, не подозревают, что на 26 Plus можно установить дополнительные циферблаты. Мы раньше, когда продавали вот эти часы, всегда своим клиентам отправляли инструкцию, как установить циферблаты. Сразу скажу, не очень просто, но можно установить. Сюда ставится VXP циферблат, и его сюда можно поставить. А в обычных 26-х сюда он не ставился. Но когда устанавливаете дополнительные циферблаты, это не предусмотрено заводом производителя. Вам придется устанавливать сторонние приложения с сайта 4pda.ru и устанавливать циферблат. А в обычных W26 установить циферблат нельзя. Здесь уже доработали, также здесь, как вы видите, работает Digital Crown. Сами же часы выполнены очень качественно. Здесь дорогой металл корпус. Давайте пройдемся по плюсам и минусам данных часов. Плюс данных часов. Первое — это стоимость. Данные часы выглядят красиво и по стоимости они не особо дорого стоят по сравнению с другими аналогами. Первый плюс – это стоимость. Второе – это полный экран, хорошая насыщенность цветов, выраженные пиксели, работает Digital Crown, менюшка очень насыщенная, цвета прям яркие, сочные. Это является плюсом. Ремешки тут сменные, подходят от оригинальных Apple Watch ремешки на 44 мм. Можно по ним разговаривать.
по зарядке плюс-минус один день держит, в основном, как большинство часов с разговорной функцией. Теперь по минусам. Минусы, как по мне, это немножечко подлагивающее меню. Менюшка немного подлагивает. Затем здесь нету второй кнопки. Если вы знаете, в Apple Watch там с первых еще версий сбоку есть кнопка, которую нажимает и возвращает ее в меню обратно. Здесь этой кнопки нету, и это сильно его показывает, что это копия. Так, еще по минусам. Когда уведомления приходят на эти часики, просто издается звук, что пришло какое-то сообщение, но прочитать не получится. Я не знаю, в нынешних 26-х так можно или нет, но те, которые мы продавали на протяжении 2-3 месяцев, там нельзя было. И сейчас, я думаю, это не улучшили. Если это решили, напишите в комментариях, что это уже исправлено. Но я так думаю, что до сих пор сюда, когда приходит уведомление, нельзя прочитать, от кого сообщение и текст. Просто пикают, и все. Вот это тоже минус. Затем минус то, что в его заводской программе LifeOnWear нельзя установить watchfaces, то есть только вот эти. Кроме этих циферблатов, в его, стоит заметить, именно говорю, в его заводской программе, которую вы скачиваете, то не предусмотрена установка циферблатов, и приходится различными станциями и бубнами устанавливать сюда циферблаты. То есть сторонний софт, и это, можно сказать, идет перепрошивка, грубо говоря, вот взлом этих часов, и сюда ставятся циферблаты. Бывали случаи, ну, у нас не было, но я читал на форумах, что люди, когда устанавливали циферблаты на схожие часы, на эти и на другие, то часы могли просто так стать кирпичом, могли перестать работать. Потому что, когда вы устанавливаете дополнительный циферблат, который не предусмотренным заводом, то часы могут просто в любой момент просто не включиться. Это то же самое, как будто вы перепрошиваете ваш телефон. Всегда есть определенные риски. Вот. Здесь мое мнение об этих часах двоякое. Вроде бы и все красиво, и все хорошо, но есть минусы 50 на 50. Не сказать, что прямо неплохие, но и не самые лучшие. Здесь уже после 26-х появляется HW22. В сентябре месяце появились модельки HW22, но прямо перед ними были модели HW16. HW16 и HW22 плюс-минус это одинаковые модели. Единственное, у HW16 коробка другая, она более такая квадратная. И там нарисован миньон, который там на гитаре играет, вот, что-то в этом роде. Затем в сентябре они появились, и где-то через 2-3 недели, в октябре, появляются модельки HW22. В октябре 2020 года. Здесь уже, конечно, совершенно другой уровень у этих часов. Сейчас я вам покажу. Сама коробка уже подороже, вот если видите. Картонка плотная. Сама распаковка приятная на ощупь. Плюсы данных часов. Сразу же видно, что анимация. Сам процессор часов здесь уже другой. Очень плавная анимация. Затем, смотрите, меню. Меню также работает плавно, без никаких зависаний. На данный момент на часах HW16, HW22, M16, M16 Plus, там HW22 Pro, HW23 вроде даже вышло, если нам прибудут, мы обязательно сделаем обзор. В общем, в этих часах меню такое же, как здесь,
оно не зависает. Здесь также функционирует Digital Crown. Меню не зависает по циферблатам. Можно менять через Crown. Также можно листать таким образом. Циферблаты, как вы сами видите, очень насыщенные, красивые. На эти часики также можно поставить любую картинку с галереи вашего телефона. То есть вам не придется устанавливать сторонний софт, как в случае с 26 плюсами, и там делать какие-то манипуляции. Здесь все просто. Скачивайте программу VRFit Pro, проходите регистрацию. У нас есть инструкция на странице, можете посмотреть видео. Затем по инструкции все настраиваете, заходите в программу VRFit Pro, и там в программе VRFit Pro можно будет сюда устанавливать watch face, и там есть магазин watch face'ов. Кроме циферблатов можно и фотографии ставить сюда. По функциям, такие же как 26+, функции у них одинаковые. Вы, наверное, все функции прекрасно знаете без меня. И разговорные функции, и шагомер, уведомления и так далее. Но также плюсом данных часов является то, что когда на часы приходят уведомления, можно прочитать от кого сообщение и текст. То есть вы сразу же прочитаете все и будет видно. А в 26-х, когда приходит сообщение, там просто выходит звук, то есть приходит звук и все, оповещение звуком. А здесь, кроме того, что приходит оповещение звуком, плюс еще вы можете прочитать текст и от кого сообщение в данных часах. Эти часики уже на порядок будут помощнее, чем 26+. И до сих пор остаются в тренде, хотя они вышли в октябре 2020 года, а они пока не теряют актуальность. Ремешки здесь тоже сменные. Также плюсом данных часов является, что здесь есть функция Always On Display, нажимаете, и экран не потухает. В других часах такого нету. Если мы сравним предыдущие модели с HW22, то там нету функции Always On Display. Когда мы его включаем, на часах работают звонки. Вам, когда звонят на ваш телефон, на часах вы видите, кто звонит, можете ответить на звонок и поговорить. Бывают вопросы клиентов, говорят, я подключил часы к своему телефону, но звук воспроизводится через часы. Когда я подключил телефон к часам, и я на телефоне смотрю YouTube или прослушиваю аудиозапись в WhatsApp, звук выходит через часы, а не через телефон. Как это можно исправить? В этих часах это исправляется очень легко. Вы просто отключаете вот эту зеленую галочку, в этот момент отключаются звонки, но зато музыка не будет выходить с вашего телефона. То есть вы смотрите YouTube, и музыка будет выходить с динамика телефона, а не с динамика часов. В предыдущих моделях 26+, 26, 50W56, и так далее, в них вы не сможете принудительно отключить звонки. Если вы здесь отключите Bluetooth, то вам не будут приходить уведомления с WhatsApp и там, с Instagram и других приложений. А здесь, если вы отключаете вот этот вот ярлычок, то звонков не будет, но зато здесь будут дальше приходить уведомления на ваш телефон. Здесь есть гравировка второй кнопки, что уже их не отличает от оригинальных часов. Здесь у нас идет сам микрофон и динамик. Также, как я и обещал, давайте я вам покажу версию HW22, которая идет подешевле. Если мы сравним коробки, то здесь она более такая белым отдает, такой белый-белый цвет. Но этот белый цвет, по моим ощущениям, скоро будет темнее, чем вот этот оттенок, так как сама коробка здесь подешевле. Сейчас я вам открою, покажу. Сама коробка и комплектация здесь отличается. Если мы здесь посмотрим, здесь вот вместо вот такой вот картоночки, приятной на ощупь, здесь уже обычная бумага вот лежит. Потом, если мы сравним по коробкам, по плотности, вот вы сами посмотрите, вот ровно сейчас возьму, видите ли, вот саму толщину картона, как она сделана, здесь намного плотнее картонка. Конечно, это все мелочи, но
так как у них цены не особо сильно отличаются, как по мне, лучше немножко переплатить и купить версию подороже. Потому что разница между ними, если в долларах говорить, где-то 2-3 доллара между ними разница. Лучше переплатить 3 доллара и купить вот эти часики, чем его дешевую версию. Теперь давайте включим сами часы и сравним по циферблатам. Если мы посмотрим по анимации, по плавности, тут мы видим, что с правой стороны часики будут плавнее. Также сильно отличие здесь уже идет, когда мы заходим в меню. Смотрите по меню. Здесь менюшка немножечко подвисает. Схоже меню с 26 плюсами. Также вроде бы быстро, но все равно есть какие-то резкие вот эти подлагивания. Плавно, но с резкими подлагиваниями. А здесь никаких подлагиваний нету. Digital Crown здесь тоже работает, но вот эти вот звуки странные. Если мы посмотрим с боковой стороны, гравировки боковой кнопки здесь нету. И сама кнопка по нажатию, здесь она чуть-чуть жестковатая. А здесь, когда вы по кнопке нажимаете, она вот прям приятной тактильностью отдает. А тут как такая пластмасска. Также по циферблатам здесь видно, что сам дисплей, качество его пикселей немножко отстает от модели ХВ-шек. Создается такое впечатление, что это здесь процессор чуть послабее. Просто решили скопировать модель HW22. Почему так сделали? Так как я недавно говорил, HW22 один из самых лучших бестселлеров конца 2020 и начала 2021 года. И сейчас даже на модели делают копии. Сами часы относительно неплохие, хорошие, но если мы будем сравнивать с версией подороже, с оригинальной, конечно же, мое предпочтение к оригинальным. Они дороже на заводе стоят на 2-3 доллара, но вы сами видите разницу между ними. Думаю, в данном обзоре я все вам рассказал, вам он понравился. По комплектации давайте еще расскажу, пока не забыл. Здесь многие спрашивают, какая тут зарядка. У оригинальных HW22 идет вот такая зарядка. Вы берете корпус. Здесь вот у них стоят вот эти контакты. Сюда прислоняется, фиксируется. И на зарядку ставить. В модели HW22 Vivo версии подешевле. Зарядка идет круглая. И многим кажется, что раз уж круглая, это ведь хорошо. Это будет прям как в оригинальных часах. Но вы знаете, это очень неудобно, потому что в оригинальных Apple хоть и зарядка круглая, но она идет беспроводная. И там она идет просто как бы прислоняете и все. Здесь нету никаких датчиков, вы поставили и все. А в этих приходится ставить на вот эти датчики. И когда вы их ставите, каждый раз часы, они сползают, и это очень неудобно. Вы ставите на зарядку, оно заряжается 2-3 секунды и перестает заряжаться. Вы ставите направо, налево, и вам приходится ловить часы, да? Ну, так вам, образно говоря. А в этих часах вы зафиксировали все. Поэтому в будущем, может быть, эти круглые зарядки усовершенствуют, но на данный момент, как по мне, лучше уже зарядку не похожую, но зато такую практичную. Буду стараться почаще делать такие интересные обзоры. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Если нет, напишите в комментариях, где я был неправ. Я всегда, если эта критика трезвая, если она чем-то обоснована, пишите. Всегда буду рад дискуссии. Вот по мере моего времени и поступления модели буду стараться всегда показывать новинки часов, разницу между ними, как их подключать, к
какие есть нюансы. До скорых встреч, дорогие друзья!